двигаться вперед сквозь время и обстоятельства. Меня поддерживает тепло семьи и дома. Альта Профиль. Создаем тепло и уют вашего дома. Как сделать откосы из сэндвич-панелей? Вот, вообще, как они выглядят? Обычно они идут вот такими большими листами. Идет 1.5 метра на 3. В данном случае мы его обрезали, потому что не помещался. Не могли занести лист. Вот, мы сразу отрезали по величине откоса 2.20. Максимальный. Вот. Удобно, конечно, что можно абсолютно любой размер по ширине сделать. То есть нету ограничений. В данном случае у нас 35 сантиметров, 33-я панель не проходит. Вот. Но мы посчитали, что панели идут чуть-чуть подешевле, чем сэндвич-панели. Вот. Но по красоте и по эстетике, по конечному результату, конечно, сэндвич-панели лучше. Во-первых, у нее нет ребер жесткости, вот, как у панели. Вот. И вдобавок у нее посередине вот такой вот слой экструзии утеплителя. Как обычно, экструдированный пенопласт идет. Вот это, конечно, плюс в плане утепления, в плане изоляции, что не конденсирует откос. Вот, теперь давайте разберем, как по порядку все делать. Во-первых, нужно подготовить. Если вы отбивали откосы, если вы снимали штукатурку, в частности, у нас здесь очень безобразный положен кирпич, расстояние большое. Вот, лучше сделать вот такую подложку. Мы сделали ее из гипсокартона. Обратите внимание, поклеили по уровню. Вот, для чего это делается? Это делается, чтобы у нас откос ровнее становился, во-первых. Во-вторых, чтобы мы сразу могли поклеить обои. Потому что если здесь будет шов разный, например, снизу будет вплотную, сверху стена уходит, то может получиться так, что когда вы уголок наклеите финишный, у вас просто-напросто будет щель, и обои будут проваливаться. Чтобы такого не было, нужно об этом сразу позаботиться. Вот мы по всему периметру сделали такую отводку. Конечно, это занимает определенное время, но финиш будет зато отличный. То есть не надо будет подсовывать обои, а обои сразу, вот как видите, мы наклеили. Так и должно быть, потому что обычно делают откосы, а потом обои засовывают за уголок. То есть так неправильно. То есть нужно сначала поклеить обои, потом прижать их уголком. Вот, что мы делаем дальше? Дальше мы очищаем пену, чтобы не мешало уголку, особенно от наслоений, когда слишком много пенит. Чуть-чуть расчищаем. Вот, и обычно некоторые засовывают чуть-чуть в пену. Вот, но мы используем стартовый уголок. Специально идет для сэндвич-панелей. Не перепутайте расстояние. Есть 8 мм, там сантиметр, чтобы соответствовал толщине сэндвич-панели. Вот, и закручиваем. Обычно я ориентир беру внутреннюю часть окна, чтобы была под лицо внутренней части стартового уголка. Чтобы не отбивать, не чертить карандашом. Таким образом все закручиваем. Вот, и нижнюю закручиваем. Нижнюю закручиваем с учета того, что будет заходить F-уголок. Внутренняя часть, чтобы могла поместиться. Вот здесь мы будем на пену клеить саму панель. Соответственно, здесь тоже будем пену наносить и засовывать в стартовый. Хотя можно пену и не наносить. Но мы решили сделать дополнительно, чтобы сделать изоляцию. Так как это пространство мы не будем заполнять утеплителем, то дополнительно пройдем пеной. Вот. Делаем сначала верхнюю стартовую. Почему так? То есть мы заводим ее до конца с запасом. Здесь и здесь. Потом уже на нее будем накручивать вот таким образом стартовый уголок. Уже будет идти на панели, на этой. Верхняя с запасом, на нее будем стартовый накручивать. Таким же образом, как и понизу. Вот, и потом уже, как по салазкам, будем
панель туда заводить. Соответственно, наносить клей аккуратненько и заводить. Вот сейчас дальше покажу, как мы это все делаем. Вот единственный минус таких панелей, это то, что как они хранились. Может быть, могут быть они помяты. Вот, потому что лист большой, еще раз повторю, 1.5 метра. Поэтому не исключено, что где-то будут какие-то неровности. Вот сейчас будем, как говорится, по факту смотреть. Вот, но мы взяли с запасом, так что вы тоже, если будете брать, берите на всякий случай запас. Мало ли что. Все, начинаем монтаж. И когда подрезаете стартовый уголок, не делайте нахлёст, чтобы был вровень уголок стыковался. Потому что если вы будете заводить вовнутрь туда, то будет здесь щель. То есть уголок должен стартоваться в плоскости. Соответственно, низ и вверх, когда будете делать. Прежде чем раскроить, отрываем пленочку. И смотрим погрешность. В данном случае у нас матовая панель, бывает еще глянцевая. То есть на матовой меньше видно погрешности. Вот. Вообще с матовой всегда приятно работать. Прям такой глубоко матовый цвет. Теперь краим. Размеры делаем чуть-чуть меньше, на 2 миллиметра, чтобы у нас не торчало, самое главное. И берем расчет саморезов, что в них будет упираться. То есть эту толщину надо вычесть. Режем обычным ножом. Режем с помощью обычного ножа и правила. Прорезаем, повреждаем одну часть, немного углубляясь, и ломаем, как гипсокартон, с той стороны потом подрезаем вторую. Прорезаем за несколько раз, с первого раза не надо сильно давить. И просто ломаем. С той стороны ножом прорезаем. Итак, отрезали панельку, засунули его в стартовую. Вот у нас как получается. Вот, теперь режем F-образный уголок. Он будет у нас сразу заполнять этот торец и сразу приклеиваться таким образом. Можно в 2 этапа клеить. Можно наносить клей на дальнюю часть, делать небольшой зазор, выставлять, может быть, какие-то подложки. И в конце F-образный уголок уже отдельно приклеить. Это если в том случае, если вы обои не поклеили. Но в данном случае у нас обои поклеены, поэтому можно сделать сразу финиш. F-образный уголок мы делаем, подрезаем вот таким образом. Делаем вот эту часть больше, чем ширина. Ширина у нас идет 3,20. Почти
3.30, да. А длина идет у нас, пускай там 4-5 сантиметров. Делаем так с двух сторон. Вот со второй стороны аккуратно подрезаем. Вот. И одеваем его на панель. Все, одели. Вот, теперь будем отгибать, наносить пену. Вот, и поджимать. Поджимать, фиксировать с помощью малярного скотча. Вот, возможно, распорками, кто как привык. Вот, оставляем вот такие уши на подрезку. Дальше покажу все, как делать будем дальше. Всю дальнейшую подрезку оставляем на потом. Можно не пенить периметр, но на всякий случай лучше запенить. Это в основном делается для утепления. Силовую нагрузку эта пена не несет. В основном за счет уголка держится стартового. Все, основное сейчас будет на уголке здесь. Наносим. Наносим сюда. Все, одеваем уголок. И не забываем для уголка, чтобы уголок держался, обязательно на углу надо тоже нанести. Все, теперь фиксируем с помощью малярного скотча и уровня. Представляем уровень и фиксируем таким образом. Все, верхний откос готов, осталось только подрезать под 45 градусов. Теперь занимаемся боковыми откосами. Вот почему у нас как раз удобство в том, что мы наклеили вот эти гипсокартонки, что у нас все идет в уровне. То есть мы сразу можем прикрутить вот такую вот стартовую на верхнюю панель также, с учетом F-ки, щелки, так же как и здесь. Вот, и вырезаем нашу заготовку. Накрутили верхнюю стартовую. Сразу померили, отрезали, как будет идти вот эта линия, чтобы не мешалось. Потому что когда F-ка будет становиться, она упрется вот как раз в эту стартовую. Так же, как и здесь. Итак, вырезали панель. Хочу сразу заметить, что у нас развернутые откосы, то есть не 90 градусов, чтобы больше света попадало. Некоторые заказчики так любят. То есть чуть-чуть как бы они развернуты, поэтому вот здесь мы как бы не ловим. Единственное, мы уровень ловим. Уровень, вот, и плоскость. Все, раз отрезали. Еще хотел сказать то, что когда режем, обязательно делаем зазорчики небольшие для удобства. И желательно края, чтобы были ровные, чтобы не цеплялись они за уголок, чтобы хорошо заходили, как по салазкам. Особенно это касается вот оконного стартового уголка.
Я верхний показал, что мы запениваем шов. Для чего это делается? Для того, чтобы когда мы очищаем пену, чтобы заполнить вот это расстояние, чтобы не поддувало лишний раз. Вот, возможно, по кирпичу где-то утраты. Можно дополнительно еще пройти. А так, в принципе, нет необходимости. Стартовые хорошо держатся. Вот, мы прикручиваем на саморезы, поэтому это на желание. Но здесь обязательно, то есть мы клеим. Итак, кусочек эвки вырезаем для удобства, чтобы посмотреть, насколько отрезать нижнюю стартовую. Вот, приставляем, лишнее помечаем и отрезаем. Вот, то же самое я говорил насчет верхнего. То есть это делается для того, чтобы не мешалось, чтобы была вровень она. Вот, потому что если будет наслоение, это будет щель, темная щель. Хочу показать, как кроить F-образный уголок. Режем запасом. Вот, освобождаемся от внутренней полочки вот этой. Делаем ее чуть больше, чтобы она не мешалась. Вот, после этого прислоняем и помечаем уже вверх. Вверх уголка. Делаем это с учетом наклона. То есть у начала будем то расстояние чуть-чуть ниже. Соответственно, наискосок. Обрезаем только вот эту часть. Хочу показать, как удобно срезать уголок, полочку. Ровно, чтобы была. Не надо ножом здесь прорезать насквозь. Вот, я внутри прорезал аккуратненько. Сделал надрез, как вот должен идти. И просто ломаю. Все, получается идеальная линия. Если мы с внутренней части, еще раз повторю, прорезаем и ломаем. Все прорезали, проверили, все подходит. Вот, теперь можно наносить, одевать его на нашу панельку, которую мы отрезали, и наносить пену сюда. У нас все готово для того, чтобы приклеить. Когда задвигаем, можно использовать кусочек уголка вот таким образом. Где-то если цепляется, можно. Возможно, лучше сначала поставить, аккуратненько отогнуть и запенить, потому что пока затаскиваешь, часть пены проминается, то есть нету того эффекта. Вот. Так что лучше, наверное, потом все это делать. Ну, кто как привык. Все, одеваем уголок. Так, все, одели уголок. Теперь фиксируем его по уровню. То есть, может посередине быть пуп, надо посмотреть, или наоборот ямка. Так как верх-низ у нас закручен, по центру только. И остается подрезать верх. Все, теперь подошли мы к самому главному, подрезка уголка под 45 градусов. Можно это делать с помощью линеечки. Вот. Лучше всего это делать с помощью линеечки, или шпатель, или что-нибудь. И ножом аккуратно. Вот. То есть тогда линия получается ровнее. Вот. То есть в чем смысл? Проводим мы, повреждаем верхний слой. Можно не обязательно сильно давить. Вот. Лучше делать один раз. Проводим один раз. Поворачиваем. Ломаем, приставляем и уже по этой ведем второй. Можно прорезать насквозь. Вот, все зависит от качества уголка, потому что если уголок сомнительного качества, он может лопнуть. Вот, вот я здесь прорезал, потому что обычно я ломаю, здесь прорезаю.
как получается. Все, маленькие щелки, все пройдут герметиком. По такому же сценарию делаем второй откос. Вот, в принципе, все. Какие-то вопросы остались, пишите в комментариях. На этом все. До новых встреч.